Всем здоровья, уважаемые! Всем хорошо известны целебные свойства масла из виноградных косточек. Оно благотворно влияет на иммунную систему, укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов, способствует снижению уровня холестерина, предотвращает возникновение онкологических заболеваний. Итак, польза связана с высоким содержанием витамина Е, а также таких биологически активных соединений, как кальций или калий. Интересно, но косточки винограда могут помочь в коррекции веса. О том, чем полезны виноградные косточки и как с них сварить целебный отвар, который поможет сбросить лишний вес и нормализовать работу внутренних органов. Итак, ученые пришли к выводу, что химический состав виноградных косточек представляет собой самую настоящую природную кладезь витаминов и незаменных для человека соединений. Их химический состав содержит большое количество флавонидов, линолевой кислоты и витаминов группы Е. Токоферол играет важную роль в жизненно важных процессах, которые постоянно происходит в организме человека. Такой комплекс веществ позволяет применять виноградные косточки для борьбы со многими заболеваниями, а также с целью снижения веса и продления молодости. Ингредиенты. Вам нужно 1 стакан, 1 столовая ложка высушенных виноградных косточек и 300 мл воды. Приготовление. Измельчите виноградные косточки в кофемолке или скалкой, да? Поместите полученный порошок в стеклянную посуду и залей горячей водой, приблизительно 90 градусов. Накрой крышкой и замотай теплым одеялом или подержи на водяной бане, минут 20. Оставь остывать. Натуральное эффективное средство для похудения готово. Принимай его за 30-40 минут перед едой трижды в день по 200 мл курсом в течение месяца. Затем сделай перерыв, при необходимости процедуру повтори. Вот и все. Более детальная информация на нашем сайте Остроумно. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. Помните, лучшая терапия – это профилактика. На этом у меня все. Всего вам наилучшего. Услышимся.